Корпорация 20 век Fox и другие представляют. Композитор Джон Лэнчбери. Показывает Уильям Фокс. Железный конь. Производство Джона Форда. Автор сценария – Чарльз Кеннион. Оператор – Джордж Шнейдерман. В ролях – Джордж О'Брайен, Мэдж Беллами, Чарльз Эдвард Булл, Сирил Чедвик, Уилл Веллинг, Фрэнсис Пауэрс и другие. Посвящается памяти Джона Стивенсона, шотландского инженера, человека всех национальностей, который обрел свой путь с тех пор, как Англия открыла свою первую железную дорогу в 1825 году. Вы увидите точное по сути и фактам изложения истории построения первой американской трансконтинентальной железной дороги. Спрингфилд, Иллинойс, в те дни, когда трансконтинентальная железная дорога еще была только мечтой. Один из мечтателей, Брэндон, землемер. И один из скептиков, Томас Марш, мелкий подрядчик. Опять мечтаешь о железной дороге через континент, Брэндон? Да, Том, мечтаю о железной дороге, которая пройдет отсюда через пустыни в Калифорнию. И с Божьей помощью я добьюсь своего. Мы сделаем этот путь. Мы просто хотели до пруда добраться.
слышал в лавке, что ты принял решение отправиться, наконец, в путь за своей мечтой. Отправляюсь через пару недель, Эйб. Несмотря на зимние снега, Брэндон и его сын, распродав имущество, отправились на запад навстречу прогрессу. Дэви, а ты вернешься когда-нибудь? Несчастный мечтатель, он гоняется за радугой. Да, Том? И когда-нибудь настанет день, когда такие люди, как ты, тоже поверят в это и тоже будут укладывать рельсы. Он чувствовал, что настало время великому народу двигаться на запад. Он считал это неизбежным. А другие этого не видели и пренебрегали. Три месяца спустя. Весна в горах Чайен. Смотри, парень, когда-нибудь здесь пройдет дорога через этот перевал. Она будет короче на 200 миль, чем если бы прошла по индейским территориям.